Некоторые бригады и подразделения российской армии уничтожены на 70-80%. Особенно сильно досталось десанту и части спецназа. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По словам Арестовича, большая часть золотого запаса десанта, то есть командиры батальонов, штаба, бригады, были убиты. А это наиболее подготовленные специалисты в расцвете сил. Личные составы командования некоторых военных частей уничтожены полностью. А это колоссальные потери для российской армии.